Ассаламу алейкум, Ташкент. Мумитроль легендарная команда, которая уже на протяжении 40 лет зажигает сердца своих преданных поклонников, которых и в Узбекистане очень много, и сегодня вы это увидите. Группу ждали очень давно. Последний раз они были в Ташкенте в 2000 году. Действительно, сегодня будет очень крутое шоу. Концерт. Отличный концерт, отличный. Мы, в принципе, другого и не ожидали. Вот. Драйв, энергия, все на месте. Илья шикарен. Да, отдельное спасибо за качество звука. Звук просто шикарный был. Не на всех концертах, на самом деле, такое качество. Я сама занимаюсь вокалом, поэтому я знаю, что это такое, как это важно на концертах. Вот. Ну и, конечно, нереальный драйв. Я услышала много новых песен, которые однозначно добавлю себе в плейлист и теперь буду слушать гораздо чаще. Я была на первом концерте, который был в Ташкенте на летней сцене Дворца Туркестан, наверное, лет 20 назад. Есть разница между этим и тем концертом? Ну, есть, наверное. Типа, наверное, в возрасте, наверное, немножко другие музыканты, немножко другая энергетика. Но в целом песни классные, все как всегда. Здорово, спасибо, что такие классные концерты в последнее время случаются в Ташкенте, это круто. Мои пиратские копии вокруг. Yeah.
Концерт был замечательный, мы очень рады, что попали на него. Это был просто полный восторг. И, ну, вы же понимаете, мы люди до определенного возраста, для нас это наша молодость, это вот наши воспоминания. Мы снова сегодня погрузились в ту самую эпоху, когда эти песни были написаны. Нет, просто не было самой главной песни по любви. Ушли они по-английски, не попрощавшись. И было как-то не по любви. Мы очень ждали эту песню. На самом деле концерт просто прошел неимоверно круто, мы получили огромные эмоции, это настолько было драйвово, кайфово, что прям зарядились эмоциями очень. Знаешь, в фойе бегал за новой майкой, там еще осталось. Сюрпризов не будет, каприз стал, сначала студия, все остальное потом, сначала любовь. А мнение можете сказать тоже? В общем, Лагутенко не разочаровал. Очень классный концерт, понравилось. Пусть еще приезжает. Великолепно. Больше добавить нечего. Спасибо. Но я фанат его. Да? Я это слух сказал? Да, мы все выросли уже на его песне. Меня зовут Саша, ее Настя. Мне 37 лет, я 25 из них слушаю группу «Мумитроль». Это вообще потрясающая группа Лагутенко. Это просто шедевральный музыкант. Никаких сомнений, похоже, счастлив я. И не слегка, что-то в таком хорошем настроении. И голова легка, хоть ночь и коротка. Все это ты, и ты, я привидение. Фантастика. Ждали долго? Да. Ну, концерт впечатлил, прям все идеально, супер. Все самые любимые песни спели, очень рад. Жалко, только не спели это по любви. Очень ждал. Вот. А так все супер. А почему вы вообще слушаете группу «Мумитроль»? Чем вам нравится, чем зацепило? Скорее всего, это просто с детства. Я люблю слушать старые песни, рок, русский рок в основном. Также «Мумитроль» очень классная такая группа с энергетикой. Все очень классно, не затянуто. Наши места были достаточно близко к сцене, поэтому мы все прям оценили, как нужно. Мы прочувствовали эту атмосферу, да. Круто, супер. Качество, звук, все на высшем уровне. Нам очень понравилось. Да, вот одну песенку мы ждали, не дождались, но это все равно не портит. Раз. Это по любви, на самом деле, я ждала, я прям вот с включенной камерой стояла, такая, где эта песня, и вот чуть немножко это. Но в любом случае это было очень классно. Атмосфера, народ, все очень качественно, на высшем уровне, да, нам очень понравилось. Идем, тратишь все свои, все твои деньги вместе.
Режем и полоски длинные разветвляю.
стадо кранов. Зеленые красивые остаются, бьются с нами рядом.